जां ब्रह्म वरुणेन्द्र मरुतो सुनमति दीप स्तव वेद सांग पद क्रमोपनिषद गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तदगति न मनसा पश्वन्ति यम योगिनः यस्यं तं न विदुः सुरासुरगणा देवायुतास्मै नमः। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद Гаудия Гоштхипати Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад сказал, что мы очень скоро оставим этот материальный мир. Шишила Прабхупад сказал, что мы очень скоро оставим этот материальный мир. И нет ничего вечного здесь, все временно. На самом деле нет в этом мире нет ничего вечного, все временно, все приходящее. Очень скоро мы вынуждены будем уйти с этого материального мира. Это не то место, где мы можем жить вечно. Очень скоро мы оставим его. И перед тем, как оставить это тело, мы должны думать о том, куда мы, чего мы достигнем после нашей смерти. И вот мы должны думать о том, что же станет с нами, когда мы оставим это тело, куда мы попадем. И те, кто по-настоящему разумны, я уже говорил об этом, что они всегда думают об этом. Что после смерти, куда они смогут отправиться, что делать, какое состояние достигнуть. И в этой жизни мы должны решить, когда вы обретаете это человеческое тело, когда вы общаетесь с Гуру с Вайшнавами, когда у вас есть возможность приехать в Навадвип, принять омовение в Ганге, или быть во Вриндаване, то вы должны принять такое окончательное решение, что вы хотите, что вы не хотите. Это... То есть вы должны решить, к чему стремиться в этой жизни. То есть не так, что вы хотите одного, потом через какое-то время другое, потом третьего, потом разочаровались, четвертого хотите, еще что-то, это глупо. Вы должны решить в этой жизни, что вы хотите, а что не хотите. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад говорит, что те, кто по-настоящему разумны, они должны совершать Кришна-бхаджан должным образом. Они не могут терять ни части секунды, поскольку они уже знают, что эта жизнь, она нестабильная. Yesterday I told this loka labdha sudurlabham idam bahusham bhavante manusya martada manittam api hadhiro. I told this loka very unstable. Any time, any moment I can go. Нестабильно, в любой момент можем уйти из этого мира, и перед тем, как оставить этот мир, у нас должен быть какой-то, как сказать, депозит, какая-то сила, какая-то, как сказать, накопленная энергия, это бхакти. То есть мы должны бхакти какое-то обрести. Бхакти – это нечто настоящее. И Шри Чайтанья Махапрабху говорит «према-дон». Это есть настоящая собственность. А мы думаем, что какие-то деньги там или еще что-то, они считаются богатством, но они только в этом мире, они действуют. То есть если кто-то как-то обрели какие-то деньги, можно занять их в служении, но, опять же, это только в материальном мире возможно. И вот если какие-то люди приходят к Шриле Прабхупаде, дают ему какие-то пожертвования, что вот так и так мы принесли столько-то, то мы хотим совершить какое-то служение для вайшнавов, накормить всех. И Шрила Прабхупад говорит, деньги вы можете забрать, почему? Люди возмущаются, почему вы даете деньги мне, это моя обязанность дать вам какое-то
блага. Если вы даете деньги с каким-то условием, что вы должны то и то на эти деньги сделать, то забирайте. Поскольку гуру Вайшнава, они не ваши слуги, они лучше знают, что сделать, чтобы вы обрели вечное благо. Я уже говорил, что гуру Вайшнава, они могущественны, они не просто как огонь, они больше, чем огонь. Они более могущественны. They are not like fire, more than и вот fire. Они больше, чем огонь. Banni means огни, fire. Banni Suryo. И вот в этой шлоке говорится. Vaishnava Tejyam Sada. Banni Suryo Brahmani Bhyo Vaishnava Tejyam Sada. What about the sun god? Что говорить о Боге Солнце? Нет, они более могущественны. So, we cannot put any condition. Мы не можем ставить перед ними какие-то условия. Мы должны верить им на 100%, что каждая копейка, данная кем-то, данная вайшнавам, вайшнаву, будьте уверены, он займет эти деньги в таком служении, что вы обретете наивысшее благо. А если вы будете ставить условия, то есть много таких случаев случается. Шрила Прабхупада захотел напечатать какие-то книги, или Шрила Кешава Госвами Махарадж, или Вам Махарадж, или Мой Гурудев, то кто-то может давать какие-то деньги с условием, чтобы потратить на какие-то определенные цели. Но они не принимали такие пожертвования. Кришна может послать все, что нужно. Я уже говорил раньше, что листец, он не может стать проповедником. Он никогда, тот, кто листит, он никогда не может проповедовать. Он не должен заниматься проповедью. Поскольку Кришна, он может отправить все, зачем вы льстите людям, чтобы что-то получить от них. В Бхагаватам во второй песне сказано. Что те саду, почему они ходят и льстят всяким богатым людям? Они проще вернуться домой и жить семейной жизнью, не позорить путь в саду. Если они не верят, то есть тот, кто льстит, он не может проповедовать по-настоящему никогда. Шрила Прабхупада никогда не льстил никому. Когда первые... Когда в Индии были только появились автомобили, то есть читание Матхи, кто-то пожертвовал машину читания Матху. И тот, кто... То есть Шрила Прабхупада никогда не просил, но просто какой-то преданный, он пожертвовал автомобиль читания Матху. И в Бхагаватам Шукадев Госвами говорит, почему те саду, они не могут поверить Кришне? Все вездесущему Кришне, который вездесущ. Если у вас нет этого шестисложного шаранагати, то Кришна не может ответить на ваши молитвы. И поэтому Бхагаватам говорится. Kasmad bhajanti dhana durvadantho. They are blind, those rich men. Most of them, they are blind. They cannot see which Vaishnava is not. Богатые люди, они, как правило, слепые, они не видят, кто Вайшнав, а кто нет. Я видел, что даже бедный человек, который даже там два раза поесть не было денег. Но он стал как-то, так или иначе, стал в саду, начал зарабатывать много денег и оскорблять всех подряд. Это естественно. Если вы слишком богаты, слишком много денег, Шрила Прабхупада говорит, нам не нужны лишние деньги. Шрила Прабхупада много раз говорил, что нам не нужны лишние деньги, поскольку если их много, то что делать, куда их занять, мы не можем найти им должное применение. И эти деньги могут стать причиной нашей гордости. Еще Прабхупад говорит, если у вас денег более чем достаточно, то
Из-за этого мы можем развить гордыню какую-то и оскорбить гуру Вайшнава. И в этом большая проблема. Мы только такие великие личности, как Шрила Прабхупада, Шрила Кешава Госвами, Шрила Шридхара Госвами Махарадж, Шрила Свами Махарадж. То есть все, что к ним приходило, они все занимали в служении. Но для других людей это практически невозможно. Они не могут прикоснуться к Бхагаватам, к Шалаграму и сказать, что мы более смиренные, чем травинка. Но это, как правило, все лицемерие. This is not humble attitude. Это не настоящее смирение. If you are 100% in line with, you know, Guru Varga, если вы находитесь в, then we are address not. В, so, Kasmal, на пути Гуру Варги, то только тогда вы можете занять все служение, иначе нет. И вот очень Махарадж произнес шлоку, в которой говорится, что перед тем, как оставить этот мир, мы должны решить, очень твердо решить, что нам нужно совершать Кришна Баджан, сделать или умереть. Вот на Бенгале такие слова говорятся. Let my soul, my body go. Пускай мое тело умрет, или я стану успешен в той мантре, которую дал мне Гурудев. Solitary bhajan is not allowed in Gauriya bhajan. Уединенный баджан он не одобряется на пути Гаудия баджана. Наш баджан это гостья баджан, но будьте внимательны. Наш Гошти Баджан должен быть совершенен. Могут быть какие-то проблемы, но в Гошти Баджане должен быть какой-то великий саду, который может вдохновить нас. Как в экономике может такой термин найти, как мотивация. Если вы не сможете кого-то смотивировать, то не можете от него какой-то результат получить. То есть то, что вы вкладываете, то, что получаете в результате его работы, оно будет не, как сказать, недостаточно. Почему Шрила Прабхупад, Шрила Бхактивинода Тхакура, наша Гуру Варга, они получают такое? То есть они занимают наши силы, наши человеческие ресурсы для бхакти. Они очень могущественны, они совершают баджан, они могут организовать ситуацию людей таким образом, и они могут делать это. Они могут сделать так, что большинство людей получит благо. Во времена Шрилы Прабхупады Парикрама, Навадивдам Парикрама, все с великим энтузиазмом совершали парикраму, они обрели силу от Гуру Варги. Какая парикрама? Санкиртана. Все плакали от блаженства, катались в пыли. Вы видели фотографию Шри Чайтаньи Махапрабху, хотя в то время не было камеры, не было, но художники какие-то все же нарисовали. Они нарисовали то, как Шри Чайтаньи Махапрабху совершал киртан. И вот наивысшая цель всего учения. Даже Шримад Бхагаватам, какая же суть Шримад Бхагаватам, я вчера говорил так много важных вещей. В 11-й части Бхагаватам, песня Бхагаватам, она очень важна. Если вы хотите осознать Кришна Лилу и все, что с ней связано, нужно понять вот эту 11-ю песню Бхагаватам. Она очень важна. Какое же последнее наставление? И я вот во второй части Бхагаватам уже говорил, когда Парикшит Махарадж спрашивал у Шукадева Госвами. Это такой международный вопрос. От имени всех живых существ в этом материальном мире. От всех живых существ, от всех джив. Это такой единый вопрос. Вот
When man going to die shortly, когда человек умирает, hey, Gurudev, о Гурудев, you please, you know, и, пожалуйста, веди нас должным образом. Что такое садана? Важность садана, какова она? Ядкарьям, значит баджаном. Какой баджан мы можем совершать, чтобы стать успешными? Пурушасьеха, пурушасье иха. Ядкарьям, мрияманасо сарвада, those who are dying. I started with this point. Те, кто умирает, я начал с этой шлоки. Шрила Прабхупад говорит, что мы все обречены на смерть. И Шукадев Госвами говорит, что Итат нибритто мананам мичатам акутубайам йогинам нипанирнитам харинаману киртанам. But Chaitanya Mahaprabhu speaking, all authentic spars, то, что говорит Чайтанья Махапрабху, что говорят авторитетные писания, то же самое. Это значит здесь, в этом. Мичатам актубайам йогинам нипанирнитам харинам анукиртанам. И вот под руководством Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактивинода Такура, Шрилы Пури Махараджа, Шридхара Махараджа, Анукиртан, то есть находясь в этой наставнической преемственности, Анукиртан, значит, непрерывно. То есть мы должны находиться за нашим Гурудевом, и это называется Анугати, мы должны следовать ему полностью. И тогда после Анугати, Анукиртан возможен. So etat nibritto mananam ichchatam akuto bhayam. If you want to become fearless, если вы хотите стать бесстрашным, Prabhupada speaking, those who are having bhakti, Шрила Прабхупад говорит, те, у кого есть бхакти, они автоматически бесстрашные. Шрила Прабхупад много раз говорил, что те, у кого есть настоящая бхакти, они ничем не обеспокоены. Ракшасейхи сейти тте варанам ятха. So this way, you see, и вот таким образом, смотрите, мы находим, что если есть бхакти, то нет никакого страха. Если нет бхакти, то, соответственно, различные беспокойства приходят. И вот если вы хотите стать по-настоящему бесстрашными, решимыми, то... Туми то такур, томар кукур, молия жано. Решительными, точнее. Атма ниведан туа паде кури, хойну парам сухи, дукхо дуре гело, чинтана рахило, хойну парам. Киртан. Атма ниведан туа паде кури. After, you know, submission, 100%. И вот после того, как я предался твоим лотосным стопам, это в Киртане Шрилы Бхактивинода Такура описывается, то я стал очень счастлив. И условия, если нет атма-нивидана, то вопрос счастья как бы не возникает, поскольку счастье, оно находится в нектаре. Он же счастье, он внутри вашего сердца. Если вы не предались Господу, то и, соответственно, этого нет. Шрила Бхактивинода Такура очень научно все описывает. И все это одновременно происходит, что все несчастья, все беспокойство, все проблемы, все ушло автоматически после самопредания. И тогда мы обретаем такое высочайшее состояние счастья. И те, кто находится в лотосных стоп Гурудева, можно узнать их по их могущественному. Внешне, как они выглядят, в смысле, в каком ашраме находятся, в ашраме, там, саньяси, парамахамсы или брамачари, это не столь важно. Шрила Бхактивинода Такура говорил много раз, поскольку люди хотят обмануть вас, а Шрила Прабхупад Бхактивинода Такура, наши гуруваги, они хотят прекратить это, но мы
глупы, не слушаем харикатху из должного источника. Харикатха – это не источник нашего наслаждения. Харикатха, она подобна лекарству. Гуру Вайшнав, они своими словами они исцелят вас. Что значит ученик? Шишья. Что тот, кто готов принять все, что он готов принять все, что Гурудев дает ему, любые проверки, любые, как сказать, экзамены и прочее. In material world, that's why they're coming in bhajan line to take place. Но бывают такие люди, которым как бы нет работы, сказать, в таком материальном мире приходят в мат жить для этой цели. Они особо ничего не делают, просто, так сказать, живут как паразиты. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит еще 150 лет назад по этому поводу, что кто уделяет внимание его словам. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, так много проблем на пути баджана из-за нашего недостатка искренности в наших сердцах. То есть из-за того, что мы недостаточно искренни. Что значит искренность? Искренность значит, вы должны protect the interest of Guru Varga. Защищать интерес Гуру Варги, Сарасват Гуру Варги. Но если вы не искренне, вы стремитесь к каким-то деньгам, но какое отношение это имеет к духовному? То есть если у вас способность защитить Сиддханту, тогда вы ачарья, иначе нет. Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Прабхупада, они говорят такими словами, что из-за недостатка искренности это проблема, все проблемы, всякие, как сказать, плохое руководство, ну, какие-то недостойные вещи случаются в храмах. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит об этом. Что обусловленная душа, если она откроет какой-то мат-храм и как сказать, пригласит так много других обусловленных душ, но у нее нет способности спасить кого-то. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что если каких-то ну, таких ненадежных людей пригласить в матхи, организовать из них какое-то, как сказать, общество, то толку от этого не будет. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что вы хотите сделать с этими всеми обусловленными душами, которые находятся в вашем обществе, никакого служения они не могут совершать. А то то есть это просто очень опасно, поскольку итог какой, они будут заниматься как какими-то недостойными действиями, другие люди, как сказать, эти посторонние, не будут нас уважать, будут просто плеваться от их действий и то, над чем они подражают. И в итоге будет критика в наш адрес, и какой толк от этих всех действий. И таким образом мы теряем наше положение. Но Гаудия Гуруварга, они находятся на таком высоком уровне. Но и если мы не сможем достичь этого уровня, то тогда для нас невозможно говорить харикатху. Тогда я не смогу вложить бхакти в ваше сердце. Вся сила, она исходит из Гуруварги. Если у меня нет связи с ней, то что я могу сделать? И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что внешняя, как сказать, одежда, тот орден, в котором находится преданный, она не столь важна. Важно, сколько преданности у вас есть. Например, вы домохозяин, то Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, если у вас есть преданность, бхакти, то ваше положение более высоко, чем какого-то, чем саньяси или там еще кого-то. So try to understand. И будьте внимательны и поймите это. So question of Parikshit Maharaj is that. Вопрос Парикшит Махараджа в том.
что, как я могу обрести наивысшее благо, какой путь, еще когда Госвами говорит, что все йоги, великие саду, они из-за... И вот, изучив Писание, они приходят к такому выводу. И вот через 18, после 18 тысяч шлок Бхагаватам, когда мы закончим Бхагаватам, то там такой же совет дается, такое же наставление. И вот эти же самые, то, что говорил нам Шри Чайтанья Махапрабху. То же самое. И вот в Шримад Бхагаватам так много наставлений и советов приводится. Я говорил вот вчера о 24 гуру. Я говорил кратко, поскольку времени было мало. 24 different kinds of guru. Accepted by Paramahamsa who? И вот 24 гуру. Python tapasi. Который был принят тем тапасви, который совершал такой баджан в форме этого питона. То есть никакого ничто не беспокоило его, слишком жарко, слишком холодно, нет воды или еды или одежды или там крыши, или там даже дерево, ему все равно. Все хорошо, он не был привязан ни к чему. И вот под именем Яду, и вот они как-то путешествовали и встретились с этим святым и начали спрашивать. Мы знаем тебя. И мы хотим спросить, как ты чувствуешь себя так хорошо? Почему ты так счастлив? Хотя мы смотрим, ты очень, очень силен, ты не чувствуешь никакой необходимости работать, ничего не делаешь. Почему? Как это возможно, что ты подобно ребенку лежишь здесь? И тогда этот святой для нашего блага начал говорить. И он описывал 24 своих гуру, поскольку если мы прямо или косвенно от кого-то получаем какой-то урок, то или какое-то важное наставление, то он гуру для нас получается. Например, какой-то саду оскорбил гуру и вайшнавов, но они старше, мы не можем, ну, к этому саду как-то, как сказать, повлиять на него. Может, нужно просто, ну, может, он даже работает ачарьей, и потом пал. Но у меня нет права даже смеяться над ним, поскольку в любое время с нами то же самое может случиться. Почему вы смеетесь над кем-то? То есть под линией майя, если кто-то пал, то... Кто знает, что с нами этого не случится, может, он в какой-то день, через, даже если через тысячу рождений он исправится, то, ну, у нас нет права смеяться над ним, если он пал. Если вы Парамахамса, вы должны принять его примеры и сделать, чтобы с нами такого не случилось. Что они все мои шикша-гуру.
Они как бы своим примером показывают, что нужно и что не нужно делать. Вишвамитра, Васишта, они все встречались с какими-то проблемами в своей жизни. То есть если они такие великие саду и упали, то что с нами же может быть? Но наша Гурувага говорит, что они очень могущественные, они подобны огню, они совершают эти ошибки для того, чтобы эти ошибки были подобны мильным камням, чтобы мы видели, что не нужно делать. И в шастре говорится вот эти слова «Мунинамча Випрамаха», то есть «Мунириша», они тоже иногда совершают ошибки. То есть они совершают ошибки какие-то, чтобы дать нам урок, научить нас, что не нужно делать. И вот Кала Кришнадас, он олицетворяет собой все всех обусловленных душ. Махапрабху, сам Махапрабху был с ним, он пал, как это возможно. Кала Кришнадас был с самим Махапрабху, как возможно, что он пал? Да, возможно, поскольку Кала Кришнадас, он не был с Махапрабху. Но поскольку, чтобы находиться с Махапрабху, с Гуру Вайшнавами, значит, это не физически. Физически находиться этого мало. Нужно находиться со всей Сиддхантой, со всех их учением, которое воплощено в практической форме в нашей жизни. Мой Гурудев ушел уже достаточно давно, но если я нахожусь в наставнической преемственности, следую учению Гурудева, то он со мной. Находиться рядом с Шрилой Прабхупадой, Бхактивинода Такура, Нитьянандой, Гурангой, наши Гурувага, значит следовать полностью их наставлениям, их Сиддханте. Если я живу со всей Сиддхантой Шрилы Прабхупады, то я, положа руку на Бхагаватам, могу сказать, что если я следую Шриле Прабхупаде, то я нахожусь с ним. То есть тогда можно. То есть я говорю, Сиддханта здесь, но кто скажет, что Шрилы Прабхупады там нет, поскольку находиться рядом с Гауди Вайшнавами, это значит находиться рядом в их учении, в их Сиддханте. Это не значит, что наш Гурудев ушел и все кончилось, на этом нет. И таким образом мы обретаем какое-то учение от различных источников, и Парамахамса всегда на каждом шагу он получит, он у вас чему-то учится, у вас Матаджи, например, он у вас что-то от вас может что-то узнать от вас там и от кого-то еще. То есть я не говорю, что я там. То есть все, каждый может выступать в роли моего гуру. И Шрила Прабхупада говорит, что настоящий гуру, у него никогда нет никаких учеников. У настоящего гуру, истинного гуру, у него нет никаких, он не делает учеников, он делает гуру. Шрила Прабхупада говорит, у меня не было учеников, они все мои гуру. Они защищают меня все время, они смотрят на меня. You have the right to keep a close watch on me. What character I have? What I'm doing? Они смотрят, какой у меня характер, что я делаю день и ночь, или я только говорю и ничего не делаю, они могут все видеть. И поэтому. И вот. Others have no right to speak Harikatha. Who give you right? И также, если вот, и со мной то же самое. Шрила Прабхупада, Шрила Бхактивинода Тхакура, они всегда смотрят на меня. Я должен вести себя должным образом. Иначе, как я могу говорить Харикатху? Гурудев, он очень разумен, очень умен. Вы не можете одурачить его. Если вы думаете, что он вроде прост, но как ребенок. Но Гурудев, он очень разумен, очень умен. So already I discussed yesterday with you that Guru Madhavigyo, who is experienced birth, I mean Jai Krishna Prabhupada Guru. Same advice you get from Srimad Bhagavatam.
тот следующий Кришна Баджани, тот и есть Гуру. И вот следующее, как мы можем получить урок, вот такие, так сказать, примеры, такое учение от 24 гуру. И если я спрошу вас, какое учение можно от муравья получить, что можно узнать от него? Какой урок можно извлечь, смотря на муравья? Мы не знаем, что сказать в этом случае. Поскольку мы знаем, вот от муравья такая пунктуальность, дисциплинировались. То есть все, что они делают, они делают там по очереди. Если мы пойдем там за керосином куда-то, ну или куда-то там, мы можем влезть там без очереди, но муравьев такое в принципе невозможно. Если там тысяча или 10 тысяч муравьев, они стоят там в очередь, что-то делают так организованно, очень организованно, они все делают совместными усилиями, очень организованно, идеальным образом, не так как мы, даже если мы начинаем парикраму матаджи, мы могут вперед куда-то убежать, хотя говорится, что сначала Гуранга должен быть, потом возвышенный, может перед ним какие-то возвышенные саду, сейчас может быть какие-то матаджи обычно вперед убегают, разговаривают с брахмачари саньяси и прочее. То есть это, даже тут все как бы, этому не можем простому следовать. И вся наша система, как сказать, распалась. И вот от муравьев мы можем узнать, как нашу энергию должным образом использовать, и как быть такими дисциплинированными идеально. Как, например, кто-то просыпал какой-то сахар. Эти муравьи по очереди приходят и так. И он уносит себе домой. То есть, не так как полубоги демоны пришли там сражаться с. Чтобы получить амриту, начали спорить друг с другом, начали убивать друг друга. И в итоге украли этот горшок нектара. То есть, они не могли даже там просто взять там, сесть там, в очередь разделить, чтобы всем досталось, нет, они были, они хотели сражаться с друг с другом. Потом Господь в форме Махини пришел, забрал этот горшок с нектаром, и таким образом муравьев можно научиться такой дисциплинированности. Потом Пингала, она была проституткой, и что можно от нее узнать? И вот ей уже надоело, как сказать, работать, все, надоело все, клиентов не было, и она решила, что лучше поклоняться Верховному Господу, зачем я надеюсь, каких-то... Ну, ей надо было продавать себя непонятно каким людям, и решила поклоняться Господу лучше. И если у вас есть какие-то материальные желания, то это подобно огню. Если у вас нет желания, то вы можете стать счастливыми. Почему? У нас есть какие-то желания, мы хотим обрести Кришну, но это такое позитивное желание, хорошее желание. Я говорю о материальных желаниях. Парамам духшам, найрасшам, парамам сухам. This way, you see, from Spider-Man, what you are? От паука что можно узнать? Spider-Man, what you are? From Spider-Man, we learn spider out of his own tail, you know. И вот
паук из своей слюны он делает паутину, и потом, когда эта паутина исполнила свою работу, он кого-то поймал, ему надо куда-то переехать, он эту слюну опять поедает. И также Господь, из него все исходит, творение при разрушении все входит в него. И таким образом мы получаем такой урок от паука. И потом Бхагаван дает наставление Удаве, говорит, что нужно принять такого гуру, кто все время занят в Кришна-баджане. И в этих шлоках все, все дано. Шанта значит нишкам. Нет никаких желаний. Кришна-бхакта. Вот эти слова используются. Equipoised, there is no fighting. Вот в эти слова, как сказать. No, no desire, no fighting, no burning state, nothing. You know, very balanced. Always thinking about Krishna. А то есть это агура, тот, кто всегда занят мыслями о Верховном Господе и его ничего не беспокоит. And all the time engaged in Krishna bhajan. Many times Krishna, you know, giving. Krishna speaking actually, и вот Кришна говорит, что если говорить правду, то ваша атма, она не ограничена ничем. Кришна говорит, что ваша атма, она, душа, она свободна изначально, но из-за своей пограничной природы они хотят, согласно их желанию, если они хотят наслаждаться, то они попадают под влияние, иллюзии. So who is mukta? А кто такой мукта? Освобожденный. And who is, you know? И кто? Who is kripan, miser? Kripan, то есть такой. So many, you know, advice, you know, given by Krishna. То есть Кришна много наставлений дает Удаве. What is vidya? What is avidya? Что такое видя, авидья и прочее. Видья значит, если вы знаете о Кришне, это есть видья, если не знаете, то авидья, соответственно. И вот таким образом мы получаем различные наставления от Кришны, потом признаки саду. Я уже говорил еще раз, Махараджи перечисляет. Твапрамотто гувиратма дритамано жито саргунаха амани манадаха калпо майтраха карникаха кавихи. So many qualities, you see. Так много качеств, 26 качеств, я уже говорил о них. But Krishna Bhakti, no, Krishna Gun, Sakali Sanjare. In a Krishna Bhakti you can find all qualities of Krishna. Кришны можно найти все качества Кришны. All qualities of Krishna you can. Все качества Кришны можно найти в его преданных, то есть практически все, за исключением нескольких. Но главное, какое такое преобладающее качество? Actually, Кришнайка Саран. Кришнайка Саран – это главное качество. It's called actually Кришнайка Саран. Кришнайка Саран. Кришнайка Саран, actually. If this Krishna и вот если это качество, наше самопредание, его нет, то все другие качества, они бесполезны. Они не имеют значения. So be careful, и будьте внимательны все время. And, you know, it is written, и описывается, in a pure devotee, что чистые преданные. О,
все качества пребывают в нем. Кришна бхакти Кришна гун сакали санчари. It is written actually very careful about this point. Sarva gunis tatro samasati suraha. In a devotee, и в преданных, в настоящих преданных, sarva gunis tatro samasati suraha. Haru bhakta sakuto mahadguna mano rathina asato davato bhi. Many times I discuss this point. So this way actually, то есть все качества они сами проявляются, все качества Кришны. So actually, now how you can cut material bondage? Many times I discuss this point. Следующая глава, как избавиться от влияния иллюзии. У вас, например, есть большая проблема, как избавиться от майи, от иллюзии, от рабства материи. И как? То есть это очень просто. И как? Хотя мы день и ночь, жизнь за жизнью пытаемся обрести освобождение, но не получается. Это поскольку вы глупы, поэтому не получается. Это очень просто. Я уже сказал. Вот в этой шлоке говорится. Что очень просто можно избавиться от майи. А вы сражаетесь с майей жизнь за жизнью. То как вы можете начать Кришна Баджан? Разве это возможно, что если вы, находясь в майе, вы полны анарт, вы можете совершать Кришна Баджан? Нет. Это до тех пор, пока вы не освободились от влияния майи, обрели силу совершать баджан, это Кришна Баджан невозможен. По милости Гуру. Гуру Крипа. На самом деле, по милости Гуру, если вы получили милость Гуру, то под милости Садгуру вы можете избавиться от майи. То есть милость Кришны можно по милости Садгуру обрести только. Нет, не прямо. Кришна не организовал так, что можно без Садгуру можно сразу Кришну обрести. Такого нету. Есть такой постепенный путь, нужно быть в этой преемственности. И таким образом. Как же избавиться от майи? И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, что очень просто избавиться от материального рабства. Эвам гуру пасанайка бхактя бидья кутаре на сите на дхира дхираха вибрисча джива саямям апраматья сангришча сампадва сангришча атманам атхо тайджиастам. Sometimes in some sanskaran different edition, they change some word. Evam guru pasanaika bhaktya vidya gdareno sitena dhira vidrishya jiva sayamayam apramatto sampaddo chatmanam atho taijyastam. First actually, первое, you have to take, you know, мы должны weapon for Gurudev. What weapon? Gyan. Взять такое оружие от Гурудева. Это оружие, это знание. Гьяна. Если вы поклоняетесь Гурудеву, Садгуру, то тогда автоматически вы обретете такое острое знание. Мы говорим, есть такой острый ум, но острое знание тоже можно применить вот, относительно этого знания. И как это возможно? Это, оно будет подобно оружию, и этим острым оружием знания можно разрубить путы невежества и материальные иллюзии. И вот вы должны так, как сказать, вырубить майю с самого корня, поскольку если вы этого не сделаете, то опять эта майя может прорасти.
и то же самое будет. Но вы должны выкручивать майю с корнем. Я не говорю вам избавиться от всех желаний. Я не говорю такого. Я прошу вас избавиться от... Даже не просто желаний, даже запаха этих желаний. Вы должны с корнем вырвать причину этих материальных желаний, чтобы никаких проблем в будущем не возникло. И таким образом Бхагаван Шри Кришна дает такое наставление: вы должны служить чистому вайшнаву. Если вы хотите готовить для Гурудева, то это неправильно. Надо делать то, что Гурудев говорит. Если Гурудев говорит, что да, переводить, то нужно переводить. Это ваше служение. I can give to you. From where I collect, I can give. It is your duty to publish everyone. It is your separate seva. Translate something. Do something. All the time. Но суть в том, что нужно делать то, что Гурудев нам говорит, а не то, что мы хотим. И то есть, если Гурудев сказал что-то переводить, то нужно переводить, поскольку сейчас все, что сказал Шрила Бхактивинода Тхакур, оно как-то подавляется. А нужно это распространить. То, что говорит Шрила Бхактивинода Тхакур о Пануга Бхаджане, о Рагануга Бхаджане, то, что Шрила Бхактивинода говорит о Сахаджиях, то, что нужно нам делать, и как мы это вскоре опубликую. What Bhaktivinoda was speaking, we are very much interested. So this way, actually, one by one. И вот таким образом один за одним. Bhaktivinoda Thakur, actually, Krishna Bhagavan, speaking this way. Говорит таким образом. How you can go up and up? Как вы можете возвыситься? И after that, I'm после этого. Speaking in gist. Я кратко говорю. No problem, no time actually. So after that, now we are coming as a. And the topic is Hamsavatara. И вот следующая Хамсаватара. One day, actually, long ago, достаточно давно. I can speak after. Long ago, actually, Bhagavan Sri Krishna was speaking in front of Uddhava. Bhagavan Sri Krishna говорит Удаве, о Удав. One day. Однажды. In front of Chatushan, there is one lake, nice lake. Перед Чатушаной. And Chatushan there. Было прекрасное озеро. Они находились на его берегу. And at Chatushan, they are asking one question in front of Brahma. И вот они спросили у Брахмы, кто был занят творением. Father. О, отец, что случилось? Actually, how как возможно, matter, you know, что материя, она попадает how в наше сердце, slow, как like, так, slow медленно, как медленный яд. Chitto, how your heart, chitto, наше сердце чита, оно оскверняется материей. How matter entering into chitta? Как же эта материя? Entering into matter, vishaya chitto, chitto the vishaya. Входит в сердце, сердце в материю. Chitto mean? Manbuddhi chitto, ahankar, that chitto inside heart. How get contaminated by matter? И как это оскверняется? Поскольку наша сварупа, если посчитать, то нет осквернения, но как случается. Брахма был занят своим творением, у них так много было обязанностей. И
Брахма думал, что же делать, как ответить. Но в то время у Брахмы была какая-то проблема с другой частью Вселенной, и вот Брахма не мог осознать, что же... И Брахма думал, что же ответить. How to give answer? Oh, very nicely. Brahma was busy that time, so couldn't, you know, get this point very nicely. Then Brahma thinking about. И вот Брахма начал думать о Верховном Господе, о Господь. Они спрашивают, что же ответить. И тем временем какую-то секунду, часть секунды Хамса. Swan. О, этот лебедь. In the form of swan. В форме лебедя. Coming quickly in water. В воде появился на этом озере. And calling. И позвал. And coming in from Lord Chaitanya. И пришел к Чедушванам. And speaking something. И что-то сказал им. Чедушваны были удивлены, кто же ты. Чедушван asking. Чедушваны спрашивают, кто ты в форме лебедя. Then the swan, и этот лебедь giving answer very rightly, ответил, who are you? А вы кто? What is this question? Что за вопрос такой? You are putting such a question. Вы спрашиваете такие вопросы, вы возвышенные души, чудо-шваны, а такие глупые вопросы задаете, кто я? Это недостойный вас вопрос, поскольку нет ничего, кроме этой адвагьян-татвы. И как это разделение, оно могло возникнуть в вашем сердце, как вы могли спросить? Это я вас спрашиваю, если я вас спрошу вас, кто вы, поскольку есть одна единая адвагьян татва, и кто еще есть кроме нее? Это такое единение в разделении. В отличие в единении. Как-то так. То есть, может, кто-то говорит это, ну, политики могут это говорить, но чувствовать это не могут, поскольку если они почувствуют, то все проблемы не закончатся. И вот Чатусван был очень удивлен, что какой-то лебедь так высоко говорит, мы знаем, что кроме адвагьян таттвы ничего нету, и как это возможно, и это как бы глупо действительно спрашивать, кто я там, кто вы, кто-то еще, поскольку вся эта единая адвагьян таттва. И вот Бхагаван Шри Кришна через этого Хамсаватару, он дает нам наставление также. И какие же признаки совершенства? Что вы имеете в виду под этим словом «совершенство»? Если я спрошу вас, слушайте Харикатху здесь и там, а если я спрошу признаки совершенства одним, я хочу ответить, услышать ответ одним словом. Сидда значит «сева сидда». «Сева» значит «бава сидда». Имеется в виду, что после того, как вы совершаете служение, вы обретаете такое настроение, что без севы вы не можете дальше жить. Это зовется сидда. Совершенным состоянием. А если вы чувствуете такое неудовлетворение, что вы не смогли совершить никакого служения, но жизнь прошла, и вы не успели. То есть желание совершать служение, но из-за недостатка времени или еще что-то, если такой человек хочет совершать больше и больше служений, это зовется состоянием совершенства. Вот Кришна также говорит тут прекрасные слова, что те, кто достиг совершенства, у них нету. Они не думают
они совершенно не заинтересованы в том, что творится в этом материальном мире. Они как опьяненные. Иногда обнаженные, но они не чувствуют ничего. И Кришна говорит, да. Парамахамса, они таковы. Прабхупад, Бхактина такова. Они лучше из Парамахамс, но, все, но для нас они действуют как Мадхьяма Свикари. Иначе он не мож, не, они не могли бы говорить Харикатху. Шрила Прабхупад, Шрила Бхактина такова. Они лучше из Парамахамс. Но все же они приходят, в этот материальный мир, чтобы даровать нам какое-то благо, не говорить Харикатху все время. Я могу привести несколько примеров, чтобы вы получили четкое представление о том, что я хочу сказать. Мой Гурудев говорит, что однажды какой-то преданный ученик Шрилы Прабхупады Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, Мадхусудан Госвами Махарадж, Джаджава Госвами Махарадж, они отправились в одно место в Матхе, в Бардамане. Там был какой-то праздник, и вот они все собрались и поехали. И по дороге они обнаружили Бамшидас Бабаджи Махараджа. Он сидел под деревом Баньяна, под Вамшиватом, и совершал свой баджан. Они вышли, поклонились ему. Он говорил на таком бангладешском наречии. И вот они говорят, Махарадж, мы едем. Мы вот нас пригласили на праздник, вот в Бардаман и Махарадж, если вы милостиво присоединитесь к нам, будем очень довольны. Можете ли вы с нами поехать? Они спросили. Вам же даст Бабаджи Махараджа, он согласился. И после этого они как бы поехали, а Махарадж забыл. Он куда-то шел в какое-то место, если увидел какое-то дерево баньян Вамшиват, то он там устанавливал свои горнитай, начинал им поклоняться и забывал обо всем. То есть он ходил в одной копине, только если посмотреть на Вамши Бабаджи Махараджа, мог очень испугаться. Он такой, у него такие красные глаза, огромная борода, волосы, и слишком странно себя ведет. И это то состояние, в котором он находится. А Парамахамса, они силой, если Шри Чайтанья Махапрабху или Гурудева им дана обязанность говорить Харикатху, то он... То есть он спускается на уровень Мадьяма-Тикари и действует оттуда, вот, подобно тому, как если какого-то доктора поместить в какую-то деревню или какого-то юридического доктора отправить какие-то джунгли, то толку от него не будет. Доктор должен находиться там, где есть пациенты, чтобы лечить их. И поэтому Шрила Прабхупад, Шрила Бхактивинода Тхакур, они находились в обществе. Шрила Бхактивинода Тхакур, он решил после
На пенсии он решил отправиться во Вриндаван, жить на берегу Радхакунды, совершать баджан, но Таракешвара... Но Таракешвара решил Бхактивинода Тхакур, он Парамахамса, и Шива Махарадж сказал ему: «О, Тхакур, куда ты едешь во Вриндаван? А это что, разве не Вриндаван? Навадвип разве не Вриндаван? Это сокровенный Вриндаван. А ты так далеко едешь, ты должен совершать служение здесь». Кто дал такое наставление? Это сам Шанкар Бхагаван, он лучший из вайшнавов, он дал такое наставление, у тебя есть обязанность служить Гурдхаме, он не отличен от Вриндавана. Мы очень удачливы, что у нас есть такое Вриндаван, и до последнего момента моей жизни я хочу воспевать славу Гуру и Гауранге. Но нам нужно какое-то такое нейтральное место, где не будет никакой политики. Я хочу говорить Харикатху для удовлетворения Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактивинода Тхакура, а только они под чьим-то влиянием. Вот, нужно какое-то такое нейтральное место, чтобы преданные могли приходить и слушать Харикатху, поскольку день за днем преданных больше становится. То есть наше, так сказать, наше общее, так сказать, служение таково. То есть это место для Харикатхи. Это наше, то есть организация такое место для Харикатхи, это наша обязанность. Это не наша какая-то собственность, мы все. То есть то, куда могут люди прийти, спросить какие-то вопросы, слушать Харикатху. То есть нам нужно такое нейтральное место. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, они подобные опьянённым. И вот Paramahansa devotee, there are so many symptoms, but we have no time. We have no time to discuss all the details. У них много других признаков, но времени подробно нет обсуждать. И Нишкинчан Бхакта, Парамахамса Бхакта, они всегда находятся в блаженстве, чистые преданные, как Вамшидас Бабаджи Махарадж, Гуркишодас Бабаджи Махарадж, или Бхагавандас Бабаджи Махарадж, Бхактивинода Тхакур, Джаганадас Бабаджи Махарадж, Шрила Прабхупад. Они не видят никаких проблем в этом мире. Они видят все блаженным. Эти чистые преданные, они видят, что все трансцендентно вокруг. Нет никакого, как сказать, нет никаких споров, никаких сражений, борьбы за что-то. Но для нас, вот Махапрабху говорит в Шикшаштаке, что этот мир, он подобен горящему лесу. Not that full of trees. There's one kind of forest. It's also one kind of forest. То есть лес такой, ну такой лес, где очень много населения. То есть не деревьев, как в таких обычных лесах, а тут такой вид леса описывается. И вот куда бы они ни смотрели, они видят трансцендентное блаженство. Почему? Поскольку внутри их сердца нектар. Внутри их сердца блаженство. То есть ну, из нектара он находится внутри нас, а не снаружи. Если читание Махапрабху говорит так, а Кришна наоборот, что куда бы ни смотрел чистый преданный, он видит все. Гармонизируется, это юкта вайрагья, это такая сбалансированная вайрагья, которая направлена на полное удовлетворение Шри Кришны. Если вы знаете
эту тонкую, так сказать, тонкую грань, юкта, вайраги, великие преданные. То есть они знают, как использовать все в служении Кришне для его полного удовлетворения. You like to go inside room and lock room. You like to stay peacefully. What is that? То есть, если вы хотите просто закрыться в какой-то комнате, жить, как сказать, спокойно. Tomorrow sevaya dukho hagya to sevo to param sukh. You took it was your commitment. You told in front of Gurudev. If I am put into so much miseries and problems, но это неправильно, поскольку раньше мы обещали Гурудеву, что несмотря на все проблемы, которые возникают в служении тебе, вот, то есть я не могу оставить это служение. I want to prove that I am a big sadhu, paramahansa. See, I am not speaking anything. I have no protest. Some sadhu want to prove, sir, I am so big elevated sadhu, I have no, you know, protest. They are kapat. They want to project them in that we have elevated sadhu. But actually they like to pass away problem. То есть, если какие-то саду, они не борются с проблемами, делают вид, что они возвышенные, их это не касается, они этим не возмущаются и не исправляют эти проблемы, то это просто глупо. Поскольку наша Гурварга, мы видели, что они, если что-то идет неправильно, то они исправляли эту ситуацию. И сейчас, если кто-то критикует Гаудия Матхи или еще что-то случается по наставлению Гурварги, я написал всякие протестные письма, разрубал их эти свидетельства. Вот однажды какой-то ачарья критиковал свадьбу Нитянанды. Я доказал, что он полностью написал, ответ ему, что он полностью не прав, а ответ, этот ачарья мне ответил, что готовься к смерти, я отправлю тебя к Ямараджу. Вот я сказал, что пожалуйста, получу даршан Ямараджа, он чистый преданный, не проблема. Но этот ачарья сам умер вскоре. И я ему так что тебе ответил. Very joking, very nice mood, very appealing mood. First of all, before writing, I give my identity. Но перед тем, как что-то писать, я говорю, что знаете, что я собака Гуру Вайшнавов, и это обязанность собаки защищать интересы моего господина, и поэтому я лаю, и мои, так сказать, мои эти протестные письма, подобные лаю собаки, поскольку вы пишете какую-то ересь о нашей Гурварге, я защищаю их честь и достоинство, это мое. Так, отождествление, если я буду говорить об абсолютной истине, то нет ничего, чтобы я мог бы бояться. Шрила Прабхупада говорит, если я боюсь, то тогда я не смогу ничего писать. Если у меня есть стопроцентная вера, что Кришна защитит меня, то кто они, что они могут сделать? И тогда я должен, могу писать должным образом, а если я боюсь кого-то, то... То есть, я боюсь что-то писать, то это не значит, что у вас нет такого полного самопредания, поскольку вы полностью преданы. Если вы не предались полностью Гурудеву Кришне, то вы что-то будете бояться. У вас не будет такой прекрасной речи, если какая-то опасность возникает, то тогда Кришна, Он спасет вас, Он снизойдет. Поскольку у нас нет никакого посторонних интересов, я писал для удовлетворения Кришны. Нитянанды, Гаурхари, это их обязанность защитить меня, поскольку
кто я, чтобы защитить сам себя? Вы хотите, хотели себя защитить, но почему попали в аварию и умерли? Это обязанность Гуруаги, Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактивинода Тхакура защищать нас, и поэтому я не боюсь. И таким образом можно найти, когда вы Парамахамса, вы можете увидеть, что весь мир, он полон блаженства, но будучи в материальном состоянии, все время какие-то проблемы случаются. Какие проблемы? Что может случиться? И вот Махапрабху говорит вот эти слова, что для нас, обычных людей, не для Парамахамсы. Кайвалла наракаяте, тидаса пура, каса пуспаяте, дуддан тендрио кала сарапа патали пратхатудам шаяте, бидим маиндаджишчо китаяте, вишам пурна сухаяте, яд коруна катакша вайбабатам, там гоуру мевастуму. What kind of слога? Пободан сасве. И вот что это слога. Кайвалла наракаяте, тидаса пура, каса пуспаяте, дуддан тендрио кала сарапа патали пратхатудам шаяте, Бхиддхи маиндаддишча китаяте, вишам пурна сукаяте, яд коруна катакша вайбабатам, там гору мевасту. I can explain this loka someday. Very nice. А Парамахамса can find everywhere, no problem. Вот в этой слоке говорится, что Парамахамса, он видит все блаженным, не видит никаких проблем, но Парамахамса не может проповедовать. Поскольку проповедь, значит, вы должны говорить, что нужно делать, а что не нужно. Проповедь, значит, делать что-то определенное, а Парамахамса не может этого делать. Но Шрила Прабхупада, Шрила Бхактивинода Тхакура, они лучше из Парамахамс. Гурукишвада с Бабаджи Махараджа, лучше из Парамахамс, но все же. Они говорят, это все для нашего блага, что мы должны делать и что не должны. Хотя Парамахамса по определению не может ничего нам сказать, поскольку не видит никаких проблем вокруг, но обязанность Гурудева какова? Туласидас говорит. Садгуру миле бед батаме, гьян каре упадес, кайла ка майла чуте, жав аан каре правеш. Много раз я объяснял это, что обязанность Гурудева сказать Шиши, что это татвасту, это атат, значит материя, майя, а это не майя. То есть Гурудев может нам так, как сказать, Садгуру, Садвайшнава всегда дают нам урок. Если у вас есть право, способность принять это, вы примите. Вот в пожилом возрасте Гурудев, ему было 100 лет, он хотел отправиться во Вриндаван. Мы организовали его, и он как ребенок, он месяц готовился, что нужно вот ту книгу взять, вон ту книгу, ту бумагу ты подготовил, упаковал. Мне давал такие наставления, это все помогал, упаковал. Он спрашивал, забыл ли ты эту книгу? Я сказал, нет, не забыл. А потом спрашивает, а как его вреда, он, собственно, поедем. И... Ну, сказал, ему сказали, на самолете, но ну, слишком дорого на самолете, у меня ничего нету. Гурудев говорит. Ну, и как же, на самолете полечу? И вот... Хотя весь мир служит ему, он говорит, что у него нет денег, что слишком дорого на самолете. И в итоге он во Вриндаван. И вот мы так поехали в аэропорт, от аэропорта у Гурудев. Кашель появился у Гурудева. И он там сидел в комнате для почетных гостей, и он постоянно кашлял, и он, я был, все преданные куда-то уходили вокруг, а я был с Гурудевом, и Гурудев мне сказал, дал наставление, и каждый раз Гурудев, он хочет дать нам какой-то урок, мы не всегда можем их принять, но что-то можем принять, и таким образом Гурудев, So I prove, yeah. A Paramahamsa can find
То есть Парамахамса, он видит только блаженство везде. Все. То есть для него нет никаких каких-то проблем вокруг. И Шрила Прабхупад говорит, преданный, это мое сердце. А в Амбариш, в истории с Амбаришем, вот эти слова приводятся, что преданный, это мое сердце. И я не хочу. То есть они не хотят слышать ни о чем, что не было бы связано с Кришной. И вот Бхагаван говорит, о, Удав. О, Удав, ты не знаешь. Брахма, Шанкар, Индра, Варун. Индра, Варун. Здесь не говорится, но в другом месте говорится, что даже не Брахма, даже не Шанкар, не Санкаршан, не Лакшми, не Шри. Naiva Atma, my, you know, no, I myself, not so, you know. И не сам я. Dear. Они не так дорогие. Like you. Мне как ты. You are most dear. Ты самый дорогой. Ah, you are actually so not atame priyatamo atma jonir na sankaraha na cha sankarsano na srir naiva atma cha jatha bhavan. You are so dear to me. Ты настолько дорог ко мне, что даже Шанкар, Шри, Лакшми, Брахма, они не так дороги, близки мне, как ты. Now Krishna speaking. И вот Кришна говорит. I love my devotees so much. Я люблю моих преданных настолько, что когда преданные идут, я нахожусь сзади их, поскольку когда они идут, то пыль попадает, поднимается от их стоп, и тогда я могу прикоснуться своей головой к пыли с лотосных стоп, и весь мир очистится. То есть, и поэтому, ну, чтобы принимать пыль с лотосных стоп, я всегда нахожусь сзади преданных. I like to decorate my head with the dust particle from the lotus feet of Guru Vaishnava. Stop, Guru Vaishnava. Nirapeksha Muni Shantam. Those who are Nirapeksha, totally. Nirapeksha, полностью. Они могут видеть весь мир в связи со мной. Shanta. Shanta. They want nothing. Они ничего не хотят. They have no enmity. У них нет никакой враждебности. Equal darshan. Они беспристрастны. У них есть самадаршан. I always run behind those devotees. Why? Why? But speaking. Я всегда иду за этими преданными. Nityam, nityam means continuously, non-stop. Nityam значит непрерывно, вечно. When my devotees go and stay behind, like the servant. Преданные куда-то идут, я нахожусь за ними. I like to purify myself. Я хочу очистить себя. With the dust particle from the lotus feet of those Vaishnava, Guru Vaishnava, you know, so, you know. С помощью пыли с лотосных стоп Гуру Вайшнава и преданных. И вот для Брахмачари и Саньяси Кришна говорит такой совет, что нужно быть очень осторожными с Майя. Вы должны быть очень осторожны. What is the vital Vaishnava etiquette? И какой же вайшнавский этикет? Главное, что в нем избегать асасанги, но вы не можете понять очень такое тонкое, так сказать, различие. Вот, например, один волос можно. Различение очень такое между севой и
karma, и карма, она настолько тонко, подобно волосу, даже меньше, ваш ум не может понять этого, что такое сева, что такое карма, она настолько тонко, и великие татвагьяни, вайшнавы, они знают. И это зовется такой, как сказать, скрытая техника, тонкая техника Кришна Баджана. И в Чайтанья Чаритамрите говорится, что те, кто совершают Кришна Баджан, они очень умны. Они знают, что такое майя, и что они не могут, майя не может одурить вайшнавов, они знают, что и что. Это разделение между кармой и севой. Нельзя сказать, что он даже подобно волосу или еще чему-то, лезвию какому-то, нет. Но гораздо более тонко, как какая-то часть, как частица луча света, например. Очень тонкое разделение между севой и кармой. Примеров тут мало, которые можно привести. И вот что такое асад. Стри санга и стри сангит санга. Вот стри санга и стри сангит санга, то есть общение с женщинами и одно из асад-санг для саньяси брамачари. И общение с теми, кто общается с женщинами. И вот это стри сонги и непреданные Кришне. И таким образом Кришна It's more than taking poison and die. Это хуже, чем принять яд и помереть. Если вы совершаете сатсангу, это хуже, чем яд. Будьте внимательны. So it is written there, you see. It is written very nicely here, you see. Bhagavan Singh is speaking same thing. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, поскольку он в Шри Чайтанья Махапрабху, он то же самое говорит. Стринам, стри шангинам, саньям стакта дурата атмабан, кхеме бибикту асинас чинтат мам атандхита. Non-stop you will have to think about me. Непрерывно вы должны думать обо мне. Стри шанга, стри шанга и те, кто совершают стри шангу. Стришан, стринам, стришангинам, стришанга, and those who are going to get their association also. Сангьям такта дурата атма. From long distance. И их надо избегать издалека. There is one is стришанга, woman association. You have to pass away. Стринам, стришангинам, сангья. Стринам, стришангинам, сангья. Такта дурата атмата. From long distance, impossible. You have to stay in a very lonely place. Вы должны находиться в каком-то уединенном месте. Кхеме значит. Кхеме бибикту асинам мин. Вот эти слова значат. Бибикту асинам нирджан баджан мин. Нирджан баджан. Что это значит? Значит находиться вместе с чистыми саду и слушать харикатху. Я уже говорил об этом. Это есть такое настоящее значение уединенного баджана. То есть что значит уединенный баджан? Да, находиться рядом с чистыми гуру вайшнавами. Бананту саттикам базам тамасам раджасам граму чате тамасам дута саданам ман никетанасту ниргунам. My temple where established by pure Vaishnava and maintenance properly done Harikatha Kirtan going on. This kind of temple. Temple doesn't mean you have money. You can make some temple. Temple не значит, что у нас есть деньги, можем построить какой-то храм. Это глупо. Это не можем построить храм таким образом. Шрила Прабхупада не одобряет это, и мы не можем надеяться, что Кришна придет и примет служение от нас в таком храме. Большинство могут там быть, но они
так сказать, не настоящие. Но только если у вас есть сила, то тогда, если вы достойны, то есть, не каждый может божество призвать, далеко не каждый, это не шутки. И храм построить, соответственно, то есть только тогда, когда Вайшнав, настоящий Вайшнав, зовет их, когда это Гасай, он звал Кришну, чтобы он явился и предлагал Чандан и Туласи. И после этого Кришна был вынужден явиться и явиться в этом мире. Описывается в Гаутамия Тантре, одна книга есть. Адвайта Гасай. Тулсидал матрена жалосса чалукена ва викрните сватманам бхактибхва бхаттвасалаха. Кришна может отдать себя преданному, если преданный, он предлагает Туласи, Чандан и воду Ганги, Кришна вынужден явиться. И поэтому Адвайта Гасай зовет Кришну: «О, Кришна, явись!» И вот Кришна тогда приходит в форме Горахари. Иначе кто будет звать? Вы можете, если вы будете звать Кришну, явится ли он? Нет, это невозможно. И поэтому только чистые преданные, они могут призвать Кришну так, чтобы он явился здесь и принял служение. Дурата атмабан кхеме вивикту асина счинтает мам атантрита. We are non-stop, you have to think about me. And you have all asasanga, asasanga. Вы всегда должны думать обо мне и избегать дурного общения. Нирджан means solitary, кхеме вивикту асина means to stay with pure devotee. Вот уединенный баджан, это значит находиться с чистыми преданными. И предупреждение дается здесь. Кришна говорит, и самое сильное привязанность, самая сильная привязанность в этом мире. Это общение с женщинами и общение с теми, кто общается с женщинами. Если вы общаетесь с ними, то это очень привязывает. И Кришна говорит, это такая очень сильная зависимость, а все остальные, они не столь сильны. Во время Гуру Пурнимы я говорил о Джоши Цанге. Джоши Цанге — это не значит, что те мужчины, и они общаются только с женщинами, это не то. То есть женщины, соответственно, наоборот, те, кто привязаны к мужчинам. И Джоши Санга — это очень такое глубокое значение имеет это слово. Если вы стремитесь к уважению, это тоже Джоши Санга. Если вы стремитесь к практически к уважению, почету, славе, то есть это тоже Джоши. Это очень много более глубоких значений. И если вы привязаны к этому, вы не сможете стать успешными. И Бхагаван Си Кришна говорит, что те чистые воздушные преданные Парамахамсы, они находятся за пределами всех правил и предписаний. Те чистые преданные, они выше всех правил и предписаний.
Шанкар Бхагаван, лучи из Парамахамс. Можно найти, что он ходит в какой-то грязной одежде. На его теле висят кости мертвых людей, а он живет всякими привидениями, посыпается пеплом от с крематория. Шанкар Бхагаван, он лучший из Парамахамс, он не заботится ни о чем. Са лингана асрам стекта чарит авиди гучара, they are bound in rows. You can find sometimes Shankar Bhagavan naked. Можно видеть иногда Шанкар, он обнаженный, без одежды. You have no right to give instruction to Shankar. Нет права его что-то советовать. И по этой причине Читракету он получил наказание. Это не оскорбление, он никогда не хотел совершить оскорбление, он знал, кто такой Шанкар. Он просто получил этот урок для всех нас. Тот, кто получил посвящение дикшу у Анантадева, он брат в Боге Шанкара, он тоже дикшу получил от Санкаршанан, Анантадева, как и Читракету, они братья в Боге, они по идее это могут подшучивать друг на другом. Но чтобы проверить Шанкара, если бы он не был Парамахамса, он возмутился, сказал, что тебя вести не умеешь, невоспитанный. А Шанкар, он хотел доказать, что они не преданные, чистые преданные, они хотят показать другим, что они не преданные. И поэтому Шанкар Бхагаван, он хотел спрятать себя. Он всегда использовал такую жил жизнью, как это, ну как не вайшнав. Но о нем говорите, что он лучший из вайшнавов во всей вселенной. Гопи, они из Галуки, они выше, но среди всех этих брахманов в материальном мире Шанкар он выше. В Писаниях говорится о его славе такими словами, что он несравненный, что он наивысший. Но Шанкар, он говорит, смотри, я сижу перед самим саду с моей женой на коленях, настолько вожделен. Смотрите, моя жена сидит у меня на коленях. И Шанкар, и вот он сидит с ней и говорит Бхагаватату всем риши, а риши сидят и слушают. И как это возможно? Поскольку Шанкар Бхагаван хочет доказать, что я не вайшнав, а мы наоборот хотим доказать, что и мы великий вайшнав, поклоняйтесь, дайте нам денег и прочее, прочее. Что это? Чистый вайшнав, он всегда прячется. Now we want to go to this point here, actually, one nice point here. Tridandi Bhikshu. The time is very limited. I have no time. What to do? But first of all, I want to speak you some. Но перед этим я хочу сказать. Who is Pandit? О том, кто такой Пандит? Много вопросов возникает. Curiosity. One or two I can touch. И Удав говорит, о, Прабху, кто такой пандит? Вот этими словами, всего лишь вот эти несколько слов говорят, кто пандит. Тут кто знает, как. Кто знает, как избавиться от материального рабства. Он и есть пандит. Пандит не тот, кто может читать Бхагаватам,
зарабатывать там деньги на жизнь чтением. Но это не пандит. То есть пандит тот, кто может знает, как избавиться от материального рабства. То есть то, что он советует в его собственной жизни, не проверено. И смысл тогда в таком пандите? Whole world can go down and down if that kind of man coming in front of you. И вот если такой человека будут слушать, эти слушатели не в ад попадут постепенно, поскольку его слова не проверены на деле. То, что он говорит, это не то, что он делает. И таким образом. This way actually one by one. Who is Kripan? Kripan. Кто такой Kripan, такой неудачник? Купец, тот, кто не совершает Кришна-баджана, он такой, этот майзер. Кипану, ту Ажитендрия. Кипану, who is Kripan, майзер, who? Kripan такой, скупец, кто он? Ажитендрия, they have no control over their sense organ, they are not going to do Кришна-баджан, they are actually майзер. Ну, тот скупец, который не хочет совершать Кришна-баджан, он и есть настоящий такой скупец. А Дарида, кто? Бедняк. Кто такой бедняк? То есть Дарида — это тот, кто всегда не удовлетворен. Он... Он есть бедняк, настоящий бедняк, тот, кто вечно не удовлетворен ничем. Вот это слово «даридра», он тот, кто всегда всем недоволен. То есть то не хватает, это не хватает, то надо, все надо ему. Он. Those who are not using their all sense organs, не использует свои органы чувств. All sense organs, you know, out of control. These are Kripanu to Ajitendriya. То есть кто-то ничем не удовлетворяется, вот он есть бедняк, и Кришна так дает четкое определение к тем или иным явлениям, что и что. Who is Bandhu, friend? А кто из друг Бандху? Yes, Gurudev is your friend. Наш Гурудев, он есть наш настоящий друг. Гурудев, наш Шикша Гуру, Дикша Гуру. Gurudev is friend. Они наши настоящие друзья. Иначе мы не можете найти никакого настоящего друга в этом материальном мире. Вы можете познакомиться с кем-то, но обнаружите какие-то личные корыстные интересы есть. И сейчас наука, она очень развилась. They are making pen friend. They are making internet. They are making friendship, but they are going to hell. They are making friends. Искусственные друзья, роботы. It's my, I'm girl. You are man. Making friends. Ah, so nice. Роботов всяких. They are advanced. Люди знакомятся там по интернету, например, но это совершенно не то, поскольку Бхагаватта — это есть настоящее, как сказать, настоящее. И Свами Махарадж называл это общество обществом собак и кошек. Open, what you can do? Come, I can prove in front of you. You are no, you are almost like beast. Что ваше общество, оно подобно обществу животных, вы не люди по большому счету, поскольку Васишта Муни сказал. Я уже говорил, что если нет знания, подобно животному. Ganon is actually, I already told actually that ahar nidda bhai maithunancha samanna meitat pasubhi narana gano visheshodiko naranam ganin hina pasubhi samana.
Я говорю, что если нет таттва гьяны, то вы подобны животному. Если нет знания таттва гьяны, то вы подобны животным, как животное ест, спит, и ваши действия тоже как бы не, особо не отличаются от действий животных. Какие различия между вами? И вот однажды Кришна сказал Удаве, Удав, слушай, очень важно, вот о Триданди Бикшу. Tridandi Bhikshu. Now Krishna giving this, you know, advice. И Кришна дает такое наставление, что nice однажды was there. Был один браман. Was busy with business. Он был занимался каким-то бизнесом. Actually, Brahman is there doing jajan, jajan. Actually, he's doing business. What to do? Ну, браманы должны заниматься ягьями и прочими священнослужительствами, но бывает, что занимаются не тем, чем им предписано. И вот он занимался каким-то бизнесом, и Кришна говорит, Удав, слушай очень внимательно. Парибхутена дурджанай смарата дхрити юктена випакам нижо нижо карманам. One day catch it, one Tridandi Bhikshu. И вот однажды этот Триданди Бхикшу. You know, punishment, unnecessary. All society putting him in trouble, all the time, torture, but still not speaking anything. Tridandi Bhikshu man. By body, mind, and speech, you will have to take. Триданди Бхикшу, значит, вы должны наказывать свои ум, тело и речь. Это есть Триданди Бхикшу. Триданди Бхикшу не значит, что просто ходить с тремя палками, это не то. То есть нужно контролировать свои органы чувств. И вот Кришна говорит, с ним очень жестоко обращались, но не возмущался. Он думал, что это возможно из моих предыдущих действий. Я получаю такой результат, результат моей кармы. Он не возмущался ни в чем. Я уже сказал вам то, что сказал Брахма. Вот в этой шлоке. И вот Брахма сказал, что возможно из моих прошлых действий я получаю такой результат. И кого же обвинять? Кого обвинить в этом? Я сам ответственен за это. Я совершил какие-то плохие действия в прошлом, и сейчас пожинаю их результат. И вот тот человек, Триданди Бхикшу, он был очень богатым торговцем в прошлом, но так или иначе он все потерял. По дороге куда-то ехал, на у него было корабль всяких товаров, и он как-то затонул, и что-то случилось с ним, потом царь пришел, налоги ограбил его, ну, слишком много налогов взял, потом разбойники какие-то напали, и таким образом у него ничего не осталось у него. И этот человек, он практически этим попрошайкой просто. Но в то время, когда он был богат, его дети, жены, они просили какие-то деньги, то и тот он был очень скуп и ничего не давал, даже ни копейки не тратил ни на кого. И сейчас, по милости Кришны, он сам про себя так говорит. И сейчас, по милости Кришны, я все потерял. И жены, друзья, и все дети его оставили, что он стал нищим. Зачем он такой нужен? И так жена его оскорбляла день и ночь.
дочеря, сыновья, друзья, они все его так оскорбляли. И однажды он решил, хорошо, я оставлю это место и уйду прочь. И вот он оставил это. И вот он решил оставить это место и принял саньяс. И он принял тринадни саньяса. Бхагаватам. И люди, какие-то эти посторонние люди, они возмущаются, откуда там тринадни саньяс вообще взялся, но здесь Бхагаватам описывается, что эта практика, она одобрена Кришной, и что случилось дальше. И вот тринадни саньяси принял, вот если человек принял тринадни саньясу и решил совершать Кришна Бхаджан. Aham Tari Swami Duranta Param Tamaha Mukundangri Mishi Vaiva. This is a resolution mantra. И вот это с помощью такой мантры. You should not hear this mantra. I know you can remember. Speak, what is it? That's why you can remember. Решил принять саньяса мантру, вот это Махараджа произнес. И этот Тринадни саньяси принял решение, я буду использовать свой ум, тело и все, что у меня есть в служении Кришне. Я буду следовать моей Гуру-Варге, и я смогу пересечь этот материальный, бесконечный материальный океан очень быстро. Я буду служить Кришне, и по его милости я пересеку этот океан страдания. This way actually the Tridandi Sanyas now took sanyas and вот он так принял саньяс и пошел outside room, nowhere. No place. Sometimes saying in the, you know, under a tree. Ну и пошел, собственно, скитаться. Yeah, у них, he's having one commando, у него была какая-то командала, данда. But those boys, you see, not, you эти, know, там boys, были какие-то дети, они играли. They snatch commando, они украли командалу у него, зачем он вообще? Ну, он не возмущался, данду забрали. Кидали у него камнями, обзывались. Give water. Поливали водой, плевали на него. Но не возмущался. Даже забрали там единственную команду, данду подшучили. В общем, издевались, подшучили над ним, потом им надоедало, они кидали всю эту командалу и тридандалу назад, ему и уходили. Но он ничего не говорил, не возмущался, просто терпел. И вот сейчас, когда весь день прошел, он насобирал какие-то мадукари, готовил на берегу Ганги. В каком-то глиняном горшке где-то он нашел его после того, как приготовил, решил предложить Кришне и принять, вот только приготовил. Вот какие-то, пришли опять какие-то дети, они написали в то, что он готовил, он посмотрел на них, ничего не сказал, может это по желанию Кришны произошло, может сегодня нужно поститься, иначе что ж они туда написали. И таким образом он терпел все эти издевательства, не возмущался. Вы посмотрите, Гурудев Шрила Бхактипон Пури Госвами Махарадж, он говорил очень часто об этом, помните, об этом саньясе. Если кто-то говорит какую-то ересь, нас это не будет задевать. Мы должны развить эту непривязанность, это чувство отречения. You know, now Tridandi Bhikkhu is singing and the song I already told you, I cannot remind you. The song I already told you just a few minutes ago. Он повторял вот эту мантру. I'm sure today Supreme Lord very happy with me. Что сегодня Господь доволен мною. Come on. Today Supreme Lord is very happy. Otherwise, how possible? Иначе как это возможно было бы, что Верховный Господь организовал такую ситуацию, в которой я могу развить мое терпение? Нунаме Бхагаван Суттуштохо Сарво Дево Майо Хари.
Нунам ме Бхагаван суштха сарва дево майори джено нито дасамитам нирвидешча нирвидешчатмано плаваха. Then why I suddenly почему тогда, почему у меня развилась такая непривязанность, несомненно, это по милости Кришны произошло. Иначе почему я не был заинтересован в этом, и тут у меня возникла такая непривязанность, отречение, я не вижу никаких проблем вокруг, я уже сказал, что... Вот согласно вот той шлоке, чистые преданные видят, что все что по милости я молюсь тому Гауранге, по чьей милости я не вижу все в блаженстве вокруг. И вот этот Браман с Дандой, он ходил по лесам и повторял мантру. Это не мантру, Бику Гиту повторял. Какую-то молитву этого саньяси. Гита значит буквально песня кем-то спетая. A song sung by somebody. There is called Gita. Dijo Bacho. И вот он говорит. Nayam jano me shukaduk hetur na devatma gruh karma kala manaha param karanam amananti samsar chakram parivartayadiyat. Mano gun bhajan, you see, nayam janu me shukaduk chahetu. All your society is not responsible for my. То есть все общество, оно не ответственно за мои страдания. Кого же обвинять? Nayam janu me shukaduk chahetu. Na devu tatma groh karma kala. Manaha param karanam amananti. Sansara chakram paribhartayedya. Mind is responsible. My material mind. Материальный ум, он ответственен за это. Кто же еще? Mano gunana vai srijate baliyaha tatascha karmani vilakshanani suklani krishnani atholohitani tebhyo savarna sritayuhu bhavanti. This way, mind is actually responsible. И таким образом наш ум, наш материальный ум ответственен за все эти страдания. И все подробно в этом его гите описывается. И вот Бхагаван говорит, о Удав, и те, кто слушает, те, кто воспевают, те, кто принимают это в своей жизни, они освобождаются от всех материальных беспокойств, никакие беспокойства не могут их затронуть. Никогда они не побеждаются. И вот сейчас я уже сказал о том, что такое сатсанга. Кришна говорил вот эти слова. Раджасам, грамо учате, тамасам дута саданам, манникатанасту нирганам. In actual temple, если вы живете в настоящем храме, то это и есть саттвик-бхава, саттвик-вас, точнее. Обязанность саду — говорить харикатху, чтобы спасти вас, не для того, чтобы вы попали в огонь, а вы и так уже в огне находитесь. Обязанность саду — спасти вас.
настоящих садов. So many things after that he says Jivanisatu, and then Krishna giving advice to Uddhava. И вот Кришна дает наставление Удаве. Speak so quickly what to do. Then after that he giving advice Удав, now go. И вот он говорит Удав, иди. Удав burst into tears. Он начал плакать. Он не мог ничего сказать, я просто плакал, когда Кришна попросил его уйти. Время кончилось, я ухожу. И Удав он взял его эти деревянные сандалии, положил к себе на голову и начал очень сильно плакать. И тогда спустился Виман. Такая колесница, небесная колесница. Кришна взошел на нее и ушел. Удав не мог этого потерпеть, он очень плакал. И следующая, 12 глава, песни. There is bamsa, different kind of, you know, parampara. И здесь описываются различные парампары, как up to now, almost up to now. И практически до сейчас, до сегодняшнего момента, как это возможно, пять тысяч лет назад. Там все подсчитывается, описывается, как когда-то сказывается, кто когда будет править, какой царь, все имена описываются, Викрамадитья, Чандрагупта и прочие, которые можно найти в истории, они уже за тысячи лет, они все предсказаны, и после этого, вот в итоге, Кали-юга, она полна всяких проблем, недостатков. То есть везде какие-то проблемы, в баджане, в семье, там вообще везде абсолютно. Удав говорил, что в кали-югу кали, в вашем баджане вы тоже кали можете найти. Вы пытаетесь уйти от этой кали. Даже у саду есть кали в сердце. Автоматически, если они не совершают настоящий баджан, то это автоматически, автоматически происходит. И вот Кали-кал, вот описывается Кали-юга здесь, и что он продолжается 432 тысячи лет, двойная. Два раза больше, два пара, следующее два раза больше, это трета, еще раз два раза больше треты, сатья. И таким образом эти юги, они сменяют друг друга. И вот сатья юга. Когда сатья юга начинается в день Акшая Трити, это день начала сатья-йоги, и поэтому она так столь почитаема. И кали – это проблема. И кали-кал в итоге. Кто приходит в эту кали-югу? Калки-аватара. Калки. Калки-аватар ками. Not now. Это не сейчас произойдет, а в Орисе, там в каком-то месте, и там описывается, что будет происходить при явлении Калки аватара, последнего аватара. И Кришна говорит о различных пралаях, Нитья пралая, Наймитик пралая, Практик вот эти все. Наймитик пралая, значит, день Брахма. То есть его жизнь, продолжительность жизни очень-очень велика. Брахма,
Daytime and nighttime is usually a kind of now, all collapse. То есть день он творит, а ночь разрушает. То есть это в каждый день Брахма такая пралая происходит. Пракритик, пралая, все первые элементы, они сворачиваются. Зовется, и вот это, то есть все сворачивается, это как пракритик палая. И когда гьяна шутта саттва, гьяна адва гьян таттва, Нитья пралая каждый день, каждую секунду. То есть такой чистый, как сказать. This way actually you can get. And now, то есть все, в смысле, то, что постоянно все меняется. И следующее. I cannot explain in detail. Someday I can explain. Now pranob, how pranob om, this sound, you cannot speak om. О том, как пранава происходит, мантра ом, веды как творятся. Pranava, veda, actually everything. Now after that, Markandeya, Rishi, is doing Markandeya, Rishi, Maya, Bhagavan. Он хотел увидеть Майю Бхагавана. Bhatasa Patte, you know that, you know. You can find there in, you know, where? In Jagannath Mandir. Jagannath Mandir можно найти. There, Vriksha. Дерево в Рикшу во время пралая. Она была там, Кришна возлежал на этом. На листе этого дерева. Балам Мукундам Тамсасмара. Карару Биндена Мукару Биндам Мукару Биндена Бинивешаяндам Батасапатрасья Путишаянам Балам Мукундам Тамсасмарам. That Балам Мукунда. Маркандея Муни, и вот Маркандея Муни, он... All on a sudden, one day is Батавикша. Был в океане, и что же делать? И потом он увидел какого-то ребенка на листе бананового дерева и приблизиться к нему хотел. И когда этот ребенок вдохнул, он попал опять, ну, он вошел в тело этого ребенка с его дыханием и очутился с Эмашем опять. И вот, и потом он совершал баджан, Шанкар и Парвати мимо проходили, а Парвати сказал, смотри, какой баджан он совершает, давай благослови его, а Шанкар сказал, ему ничего не надо, поскольку он ничего не видит, он черпает нектар внутри своего сердца, и что же делать? И Шанкар сказал, подожди, и он вошел в его сердце. С помощью своей йогической силы он увидит, что там Шанкар появился, кто там. Он открыл свои глаза и увидел Шанкара Парвати перед ним. И он выразил свое почтение им. И после этого получил милость от них. So many advice you see. Так много наставлений здесь приводится. И здесь Бхагаван Шри Кришна говорит. Это шлоку я уже говорил о ней, и потом Кришна говорит Удаве. Тадамритатьям патипадьямано
Маятма Гуя Йо Кальпати Вай. Марто Яда, when this material person living here, Марто mean, you are standing in, значит, те, кто живут в Матхиалоке, то те, кто обречены на смерть. И они должны... И когда они ищут меня, то тогда, по милости Гуру и Вайшнавов, они могут обрести нектар. Они могут стать бессмертными. Тадамритатьям пратибаддамано майатма гуяю калпатеви. In that case, he can get nectar. Very nice. This way, now Uddhav go to Badrikasram. It is my duty. It is your duty. Then Krishna sending Uddhav. Uddhav now going, but cannot go. So heavy. Uddhav он уже как бы собирался идти, но не смог. И после этого в различных скандах. Different skandha, what topics there in gist it is written. Здесь кратко описывается, потом идет прославление. Bhagavatam glorification. Bhagavatam. So you see here actually. They actually so much thing there, one by one, in one chapter, another chapter. What is there in first canto, second canto, third canto, fourth canto, fifth canto, sixth canto, seventh canto, eighth canto, ninth canto, tenth canto, two part, first and second, 11. All in details it is written. Дальше описывается то, что раньше уже описывалось во всех песнях Бхагаватам. After that, so many things written here. So I like to make shortcut. And 12 canto, 12 chapter here. Sutradev Goswami speaking. Namo dharmayo mate. Namo krishnayo vedase. Brahmane bhyo namaskrityo. Dharmāna bhakṣihi sanātanam Namo dharmāyo mahate namaha krishnāyo vedase Brahmanebhyo namaskrityo dharmāna bhakṣihi sanātanam Atro saṅkīrtana shakṣāt sarva pāp haro hari Nārāyano rishi kesha bhagavān sattvatam patihi Sattvatam patihi krishna. Now this saṅkīrtana, if you do saṅkīrtana krishna, you can get free of all different kind of problems. И вот если вы будете совершать санкиртан Кришне, то избавитесь от всех возможных проблем. Different chapter, what is there? Now very nice advice here. You must concentrate. Дается такое наставление в 12 главе 12 песни. Srutyan bhavavasanam hipumsam pravishya chityam vidana tasisham yathatam varko abhramivati vataha sankirtaman bhagavan ananta. If you glorify, если вы прославляете Supreme Lord, Ananta, Верховного Господа Анантадева, sankirtaman bhagavan ananta, hari ananta, hari rupa ananta, sankirtaman bhagavan ananta, Srutanu bhavo vyasanam hi pungsam. You see, if you do sankirtan, если вы совершаете санкиртан, то тот, кто совершает санкиртан, Supreme Lord can enter. Верховный Господь, он может войти в его сердце. И тот, кто воспевает слава, тот, кто в сердце, те, кто слушает о славе Кришны, тот, кто говорит. То есть Харикатхам через их уши она войдет в их сердца и принесет блаженство. И таким образом санкиртан, когда вы совершаете санкиртан Бхагаван Ананта,
All heart can be cleaned. То есть ваше сердце оно может быть очищено. Что говорит Чайтанья Махапрабху? Шикшастаки, чита дарпана, очищение сердца с помощью харикатхи. Вот подобно тому, как иногда сильный туман, и когда восходит солнце, то под действием лучей этого солнца туман рассеивается. И также майя. Если Кришна, чит Сурья, он восходит, то слушанием повторением харикатхи и харикиртана, вся эта майя, она уходит. Pravishya jittam vidunota sesham yathatamo arku abramiva abati. You know, when big, you know, strong wind coming, one piece of cloud was there, black cloud. Дует, и если есть какое-то облако на небе, этот ветер, оно сдувает это облако. Sutadev Goswami speaking, you know. Sutadev Goswami говорит дальше. Мишагирастахи асати расат катанакаттати яд бхагавана дхакхайо тадива сатьям тадхайва мангалам тадива пуньям бхагавад гуно дхайам. Мишагира. Гира mean speech. Гира значит речь. You are speaking all useless. You are not speaking about Krishna. Не говорите о Кришне, то ваши разговоры бесполезны, нет никакого значения этой речи. Подобно нецеломудренной женщине, которая говорит всякую ересь, то... Итак, мы, если мы не говорим о славе Кришны, мы подобны ей. If not speaking anything about Adhakaja, I already explained this point. Если мы не говорим о Адхакшаджи, о трансцендентном, то ваша речь, она бесполезна. Speaking all rubbish. Мришагирахастахия сатирасатката накаттати яд бхагаван Адхакаджо тадива сатьям тадхайва мангалам тадива пуньям бхагавад гуно дхайям тадива сатьям тадхайва мангалам. Then and only then you can get тогда, и только тогда вы можете обрести благо, максимальное благо. Когда кто-то прославляет всем сердцем Верховного Господа. Actually, Mishagirastahi asatirasat kata nakattati yad bhagavan adhukhaju tadiva satyam taduhaiva mangalam tadiva punyam bhagavad gunodaya tadiva ranyam ruchiram navam navam tadiva sukarnava susanam ninam yaduttamaso kujasuvanugiyati tadiva ramyam ruchiram navam navam tadiva satsyadamanaso mahasava тадива сукарнава сусанам нинам ядуттама сропаясо анугияти тадива раньям рамьям ручирам навам навам. New катха амрита нектариан, you know, way. Тадива раньям ручирам навам навам тадива сашчад манишо 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 махатсава. As actually utsap apama for my mind. And tadeva sokarnavano soshanam niram. There is an ocean of, you know, soka, misery, suffering. All, you know, can go away. Ninam, слушанием о славе Господа, те, кто говорят о Уттама Шлоке, о Харикатхе, то все препятствия, все проблемы, все устраняется. И когда вы под руководством Гуру Вайшнавов воспеваете о славе Верховного Господа, так тогда все проблемы, все неблагоприятное, оно уходит. И Сутадев Госвами говорит дальше. A philosopher can speak so many things, but what is
что какой-то философ может что-то написать или что-то сказать, но толку от этого нет. Твадванкатиртхам нату ханса севитам ятрачито татрахи шадава амала. That pilgrimage is not actually pilgrimage. И то место паломничества, оно не то место, не настоящее место паломничества, если там нету саду. То есть если кто-то пишет какие-то поэмы, но оно не о Кришне или оно. Но если этот писатель, как вот был такой известный писатель, написал что-то о Кришне, но все бесполезно, все, он не следовал пути Шрилы Бхактивинода Тхакура. Он даже вначале пишет туда эти слова «Ванде Матарам». Знаете, такая национальная песня такая в Индии. И Рабиндранат Тагор тоже написал что-то. Никто не помнит, что он написал, но не столь важно, ничего хорошего не написал. Very nice. Even in parliament, after over, they are bound to sing. Не знаю, что сейчас, раньше даже в парламенте после заседания его эти произведения пели. Если нет саду, то нет толку. И все, если вы пишете какие-то поэмы, но они, даже если у Кришны, но не под руководством настоящих гуру, то толку нет от таких поэм. Тот бхага вишарго жанатага виплаво ясмин пати слокам абаддатам упи. You know, in each and every step when Kavi, writer, writing, some topic. И на каждом шагу, когда Кави, какой-то писатель пишет о чем-то. And find in each and every, like Vyasadev. Как Вьясадев. If I speak one word from Bhagavatam, there is deep philosophy. Слово из Бхагаватам, то оно имеет огромное, каждое слово имеет огромное значение. То Парамхамса, саду, они хотят слушать такое нечто авторитетное. И те саду, они хотят слушать от Вьясадева, Шукадева, и они хотят воспевать под их руководством, и Сутадева Госвами говорит. Anuttamam, Vajadavi, Akaranam, sometimes, someplace, Adarji. Nishkarmam. Nishkarmam. Nishkarmam, you know? Nishkarmam, что такое? But if Nishkarmam not given, offered to Krishna, how many? Nishkarmam не предложено Кришне, то смысла нету. If not offered to Krishna, how many? Nishkarmam opi achyuta bhava varjitam. Отчута Бхава, но если в вашем сердце нет бхакти, вы не думаете о Кришне. Джарасанда, он так много браванам раздавал всяких даров, но Кришну хотел убить, совершал яги, но когда Ягья-пуруш приходил, он хотел убить его. Даже не хотел с ним сражаться, поскольку думал, что очень слаб, но он хотел с Бимой сражаться. Но во время даже Яги, если приходил тот, для кого это Яги предназначен, чалась, он хотел убить его, посмотрите, что происходит.
Нишкармам is also useless. Нишкарма, она тоже бесполезна, если она совершается без какого-то бабы, Кришна бабы, без чувства. И тогда любые действия, которые мы не делали, нахи арпитам карма. Any karma not offered либо карма, не предложенная лотосным стопам Кришны, она нечиста. И таким образом мы всегда хотим слушать о славе Кришны непрерывно. И поэтому Санакади риши перед Сутадевой Госвами говорят: Jachinnatam rasagyanam sadhu sadhu pade pade. Speak out, more. Говори, говори больше. Мы не удовлетворены. Мы хотим слушать еще. Говори. Шаг за шагом. Мы не удовлетворены. Говори еще. Мы слушаем, но недовольны полностью. Мы хотим слушать еще и еще. So this is the condition. Yasahasriyameva parisramaha paru varnasramacharu tapaha srutadishu avisriti sidharo pad padmayur gunanvad sabanad sabanadaradibhi. We have no attention to hear Harikatha Kirtan. Если у нас нет внимания к Харикатхе, к Харикиртану, ни к чему другому, то тогда все бесполезно. Варнашрама Дхарма. Мы следуем ей, но она тоже бесполезна, если она не для Кришны. Я много раз говорил о этой стоте. Sutadev Goswami giving final advice. И вот Сутадев Госвами говорит: если вы можете развить такое сердце, которое, в котором Кришна всегда, и нет непрерывное, без, если вы всегда думаете о Кришне без всяких перерывов. Абхадрани значит, анартхи, все анартхи, они уйдут. Шан, значит, ананда, мангал. И сатья, ваше сердце, оно очистится, оно достигнет шуда сатвы. Is satvabhavi you are getting now? Satvabhavi again purified. Getting shuddha sattva, она очистится до уровня shuddha sattva. Satva suddhim and paramatma bhakti. You are going to develop bhakti. И вы развиваете бхакти для Кришны. And when I explain this point, и когда я объяснял это Бхагаватам в первой части, вы помните? Nashto prayasu abhadresu. That sloka I already defined. Yesterday I was speaking also. И вот вчера я говорил. That is totally different. Это sudurachara upi. Другой другой шлока был. Ананнабхаг садурева самантабья. This look I can try to explain more so that you cannot grow misconception. You can confuse. You know. Avishyati Krishna padaravinda yo khinoti avadrani sasam sas avadrani shaman. Avishriti Krishna Padara Vindyar Khinati Avadrani Cha Sanktanuti Chatasya Suddhim Paramatma Bhukti Gyanam Cha Vigyana Virag Yuktam. This way Sutadev Goswami is speaking so nicely in front of Sanakadi Rishi. Now Kalikal is very dangerous cow. Why? И вот Kalikal, это очень опасное время. There is big advantage. Но есть великое преимущество, поскольку через Санкиртан мы можем обрести все, но никто не хочет этим заниматься. Yakshanti pasand vivinna chetasa kalun rajan
Kalu Norajan. In Kalikal, they don't want to do bhajan of Krishna. Kali-yugu, никто не хочет совершать bhajan Krishna. Kalu Narajan Jagatam, very bad luck. Очень великая неудача. Kalu Narajan Jagatam, who? What to speak more? Что говорить больше? Они не хотят совершать Кришна Баджан, столько возможностей. Kalu Narajan Jagatam Param Gurum Triloka Nathana Tapada Pankajan. Oh, infinity Brahmanda. Все бесконечные миры. Whereas they are not ready to do bhajan. Они поклоняются Кришне, но они не готовы, поскольку они люди в Кали-югу, они крайне неудачливы. They are pakhandi. Они пашанди. Пашанди значит бессердечные. Они не хотят совершать бхаджан. You know, and it is written. И описывается, что Кришна катха. Those who are approving, те, кто одобряют. Шруто ва анувадито патито. I told you, 11th canto starting. You cannot remember. So all facility you can get. Все возможности вы можете обрести. Все. If somebody approve, если кто-то Харикатха, very nice. Only approve. Одобряет просто Харикатху, даже не слушает, просто одобряет, не возмущается, то он это уже благо обретает. Вы не можете представить, Бхагаватхатха насколько могущественно, если кто-то слушает, говорит. Кто-то помогает, даже может ничего не понимает, просто место предоставляет или еще что-то, или одобряет. То они все обретают великое благо. Very nice, you know. Now in 13th chapter, we are final conclusion. Going to draw what to do. Janga Brahma Varunendra Murudha Maruto Sunmanti Devai Stavai Vedai Sangha Padakrama Panishadai Gayanti Yam Samaga Dhenavastita tadgatena manasa Vasvantiyam yogina Yasantam navidhusura suragana Devayata asmai namaha. Sing, sing! Yamabhamma varunendarudhamurto Sunvanti devvaistavai Vedai shangapadakrama panishadai Gayantiyam samaga Dhenavastita tadgatena manasa Vasvantiyam yogina Yasantam navidhu surasuraganam Devayatasmai namaha Prishte brahmadamanda mandaragiri Gavagra konduyanad Nidra lukamatakriti ragavataha Sasa nila pantuva Yatsamaskara kalanubatmanu Vashad velani vennam basam Yata yata matandritam jalanidher Nadhyapi vishramati Prishthe brahmadamanda mandaragri Gravagra konduyanad Nidra lukamatakritir bhagavata Sasa nila pantuva Jasamaskaru kalanuvatmanu Vashad vilani vennam basam Yata yata matandritam yalanidher Nadhyabhivistrammati. About whom? О ком? Курма девата. О коме? He is sleeping. Он спит, поскольку на его спине. Manda mandar. Mandar parva, they are not churning, and Kurmadeva the feeling sleepy. Oh, so nice. То есть мандарачал парвата вращается на его спине, а он как ума просто спит и наслаждается тем, что тогда чешет ему спину. Now actually in different, you know, Purana, different, you know. И вот в различных Пуранах. After that is written. Говорится. Идам Бхагавата Пурвам Брахмане Нави Панкаже Ститайо Баба Витайо Каруньят Прокасатам. This Bhagavat Tattva Vigyan was prakasat, you know, expressed. At all. Бхагавататва, она была явлена. Идам Бхагавата
Брахме, Верховным Господом. Sthitayu, Bhavavitayu, Karunyat Prakasitam. As Krishna expressed this Bhagavata. Adi Madhyavasanishu Vairagya Khyanam Sanyutam. Hari Lila Katha Vrata Mita Amrita Nandi Satsuram. But the Adi Madhyavasanishu, beginning, middle, and начало, end, all of that Vairagya Khyanam Sanyutam. Always, if you go through, you can feel detachment, you can grow detachment. Adi Madhyavasaneshu, Madhyavasaneshu, Vairagya Khyana Sanyutam, and Hari Lila Katha Vrata. Вы, слушая Бхагаватам, вы развиваете непривязанность. Amritananditu Satsuram. Very nice. Simad Bhagavatam Pramanam Amalam Yad Vaishnavanam Dhanam. Simad Bhagavatam Puranam Amalam Yad Vaishnavanam Priyam. Yasmina Paramahansam Ekam Amalam Jnanam Param Giyate. Yatra Jnana Viraga Bhakti Sahitam Naiskarmam Aviskritam Tatsinano Suparana Vicharanotparu Bhaktya Vimichetnara. This slok you can do three or four times. Same slok. So only one change. Simad Bhagavatam Puranam Amalam Yad Vaishnavanam Dhanam. Eh? Sometimes Yad Vaishnavanam, you know, Dhanam. Эта шлока три раза повторяется, но чуть-чуть отличается. Пурана Тилакам, Пурана Амалам или Вайшнава Дханам, вот этими словами. Supatano vicharano parabhakta vimuchetnara. Oh, anybody who is going to hear, speak, yeah. If you go through jnana, yatra jnana virāga bhakti se, is jnana, amal puran jnana, adya jnana tattva deya. Yatra jnana virāga bhakti se, not only dry knowledge, jnana virāga, detachment. Слушая Бхагаватам, мы развиваем не только знание, но и отречение, и непривязанность, и бхакти, и преданность. То есть все это вместе придет к нам. Симад Бхагаватам Пуранам Амалам Яд Вайшнаванам Приям Ясмина Парамам Самикам Амалам Гьянам Парам Гияте Ятро Гьяна Вирага Бхакти Свахитам Нескармам Авискритам Тачарано Sennano, Suparano, Vijarano, Paro, Bhakta, Vimuchar. Kasmai jeno vibhasito ayam atulo jnana pradipo pura. Kasmai jeno vibhasito ayam atulo jnana pradipo pura. Tadrupena chanarodayo munai krishnayo tadrupena. Yogindrayo tadatmanat bhagavadaratayo karunya tatsudhyam vimalam vishokam amritam satyam param dhimai. Again same. We start with satyam param dhimai. Bhagavatam начало satyam param dhimai и заканчивается. To ayam atulo jnano pradipaho pura. Tadrupena ca narodayo munaye krishnayo tadrupena jagindrayo tadatmo nathostat bhagavad ratayo karuna karunyatahostat chuddham vimolam vishokam amritam satyam param dhimahi satyam param dhimahi namastasmai bhagavate vasudevayo sakshini Ja idam kripaya kasmai vyacha chakshe mamokshave yogindraya namo tasmai shukayo brahmanupine saṃsāra sat sarpo dranṣṭa yo viṣṇurā tum amucha bhave bhave yathā bhakti pādayo stavayate
तथा कुरुष्य देवेशो नात्वस्त्वम्नो यतो प्रभु भवे भवे यदा भक्ति ही पादयो स्तवयायते what reading भवे भवे माने भवे यदा भक्ति पादयो स्तवयायते तथा कुरुष्य देवेशो नाथोस्तम यतो प्रभु हे प्रभु यू आर आवर नाथ गॉड ты наш प्रभु यू कैन अरेंज सिचुएशन सच वे इन एवरी स्टेप ты можешь сделать так что на каждом шагу мы могли слушать Бхагавад совершать санкиртан и молю тебя сделай так чтобы на каждом нашем шагу мы смогли увеличивать нашу преданность твоим лотосным стопам чтобы наша бхакти увеличилась всегда स्तवयायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतो प्रभु यू आर नाथ что ты наш повелитель नाम संकीर्तनम यस्व सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुःख शमनम तं नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्व सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुःख शमनम तं नमामि हरिं परम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वांछा कल्पतरुष्य के पास इंद्र व्यवस्थ पचितानं पावने भ्यो विष्णुभ्यो नमो नमः सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड यू विल हैव टू रीड चैतन्य भागवत वेरी डीपली After that, you can digest by the mercy of Guru Vaishnava. Нужно читать читание Бхагавату каждый день. И go on. По милости их вы можете понять то, что говорится в Бхагаватам.